сезон отпусков уход за кожей требует предельного внимания как в преддверии отдыха, так и после него. Активное солнце, песок и соленая вода являются стрессом для кожи, а потому есть вероятность появления нежелательных последствий. Климатотерапия положительно влияет на человека, но тем не менее, возвращаясь сюда, можно заметить на себе некоторые изменения. Могут появиться такие неприятные ощущения, как сухость кожи, стягивание. Кроме того, если у человека, это, например, молодая женщина, если у нее были раньше проблемы с кожей, то обострение может быть вследствие избыточного воздействия солнечных лучей. В крайнем случае может быть еще проявление такое, как аллергия на солнце. Может проявиться воздрями, крапивницей банальной. Ну и в этом до тяжелых форм. В домашних условиях косметологи рекомендуют максимально увлажнять кожу. В салоне пройти курс процедур, который позволит сохранить загар, предотвратить шелушение и избавиться от появившихся веснушек. Молодежь приезжает, у них может обостриться угревая болезнь. Что здесь необходимо? Здесь необходим более тщательный уход, чистки, процедуры, которые обладают лечебным воздействием. И уже в темный период времени, когда уже солнце не так активно, можно сделать курс пилинга, чтобы помочь коже очиститься. Если это зрелый возраст, то там может быть в ходе таких явлений, тем более, что у нас все любят загорать, и загорать очень активно, могут быть такие явления, как фотостарение. Это усиление пигментации, появление сосудистых звездочек. Здесь процедуры, которые могут помочь, это фототерапия, которая устраняет и пигментацию, и сосудистые звездочки. Если появилась сеточка мелких морщин, здесь может помочь биоревитализация кожи. Это не терапевтическая методика. Увлажнение с использованием альгинатных, коллагеновых масок, которые сохраняют в коже влагу и плюс защищают поверхностный роговой слой. Потому что именно в поверхностном слое у нас есть пигмент, который так красиво окрашивает нашу кожу. То есть здесь вот внутренние процессы, как фототерапия и мезотерапия, вряд ли помогут. Но если человек хочет именно загар сохранить, здесь нужен просто хороший очень подход по внешним слоям кожи. В общем, вернувшись из отпуска с новыми силами, следует приступать не только к работе. Только в этом случае положительный эффект от отдыха останется и в душе, и на лице. Ну а тем, кому только предстоит посетить жаркие страны, косметологи рекомендуют вооружиться солнцезащитными кремами и увлажняющими лосьонами, избегать визитов на пляж с 12 до 16 часов и обязательно принимать душ после купания в море.